have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами находимся здесь же, и почему-то меня загрузило обратно с револьвером. Я уже пошел туда, пошел сюда, я нигде не могу найти ту лучевую пушку, которая мне нужна, поэтому ладно, пойдем пока что так. Ого! А почему? Я же в прошлый раз тоже открывал дверь, тут вроде не было загрузки. There's an unusual signal up ahead. Maybe that's him. Я буквально, значит, каких-то полшага не дошел до загрузки, да? В прошлый раз, хорошо. Привет, Шавуха. Да-да-да. Это не те пушки, не то надо. Хорош трындеть. Чувак, у тебя явно какие-то проблемы с дыханием, это астма и всякое такое, тебе доконает. Не, ну ладно, доконаю тебя я. Тут эти, наши людские транспорты, если что. Тут никого нет. Я возьму вот эту штуку. Мало патронов. Мне это не очень нравится, да, вы в курсе? Ладно, я пошел послушать вообще-то, но... И что теперь? Обойдешься. О, неплохо. Не попал. Успокойся. Не, Мора, это, конечно, весело. Хрюкнул. 33%. Я бы еще один пулемет хотел бы. Можно? Я хочу еще один. Да дайте мне прочитать уже наконец-то. Блин. Кто пытается спрятаться? Я вас тут потихонечку уничтожу. А мне не сюда случай? А, это их отсюда выпускают. Я понял. Нет, Барретт я пока что приберегу. Да, чтоб тебя. Блин, мало жизни, если чё. Погоди. Ага. Чтоб хотя бы понимать, что происходит.
хрюки. Надо бы патрон... Ой, вот эта штука, она тут. Наконец-то я тебя нашел. Ну, пиликает мне на мозг, я не могу. Надо подобрать же все. О, новый пулемет, отлично. Грена была. А что это за пушки? Такие быстрые уроды меня раздражают. Носятся туда-сюда. Ну, они тупо мои патроны тратят. Обидно. Грена. Отхавал, чувак. Минус. Где он? Тот слишком крутой, я не мог всех троих убить. Серьезно? Так, грены. У меня как-то грены. Них... Что? Вообще офигевший пацан. Так, кто еще? Еще двое где-то. Чувак, ты сейчас до выпендриваешься. Я не соби... Я у него оружку выхватил. Где? Да я не хочу с этим ходить. Эта штука медленная. Мне она не надо, я хочу обратно револьвер. Гидра? Гидра, это вроде дробаш. О, вот это хочу обратно. Все. Аренка несложная была. Просто приятное такое, ну, целенамеренное, приятное отстреливание уродцев. Пока нету хантера, все хорошо. Что, муха, свали отсюда. Ага. Я сейчас к тебе лично приду, мы поговорим, успокойся. Бла-бла-бла. Вот именно, зачем он все это говорит? It forces you to look at yourself, make a choice. And what did he choose? Same as I would. Зарядить, или это максимальное количество патронов? Интересно. Шавуха, ну отстань. Held out against my forces for 19 years. They fought well to the end. Their fate was sealed from the start. Это дрестач вот этот или что это? Погоди.
куда-то туда. Еще одна арена. Ну, круто. Так. Ну, так-то... Ладно, пойдем постреляем. This was never about ceremony, but about observing choice, reactions, fear. Gather what you need, Spartan. A storm approaches beyond these walls. Each misstep you make. Я бы на самом деле еще пулеметом одним запас, если есть. О. Патроны на Барретт, которые я так хотел. Еще... Че, пулемет? Да! А, вот второй пулемет. Отлично. Да успокойтесь. Фига себе. Со всех сторон. Базука. О. Офигевшие хрюки, вот что я вам скажу. Чувак, он немножко унесло. Где там второй пулемет был? На этом? Эту грену. О, еще один пулемет. Отлично. Ну, в принципе, мы в шоколаде. Джаггернаут. Еще один джаггернаут. Я же к тебе приду, ты думаешь, я не приду? На, не здоровье тебе. До свидания. Почему я не хотел бар это тратить? Вот почему я не хотел бар это тратить. Их два. Так, во-первых, чтобы вы меня не мучили. Да-да-да.
Блин, меня это может убить сейчас. Я говорю, Хантер — это пока что единственная моя претензия к этой игре. Эти твари слишком бронированные. Это... Видели, оно еще и отбило его. Есть, убили одного. Валим, 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 валим. Как ты здесь? Так, давайте, пожалуйста, с убийства первого. Убил одного, да. Ёлки, прям им попадают. Да ну... Да-да-да, конечно, хорошо. Да, ну это вообще что-то... Ну, давайте, ладно, вот эти два и все, хорошо? У них просто и рейндж, и дэмэдж, и все. Все? Это второй? Фух. Это слишком имбовое говно. Мне надо грены пополнить. Ни в коем случае не сдохнуть сейчас. Он с двумя пушками сзади был, фига себе. Так, а это бочки, мне это... Нет, это надо, конечно, но не прямо сейчас. А где... Я видел запас гранат, погодите. Эти твари у меня полностью все выжрали. Вот пара гренок. Не. Блин. О, еще какие-то гренки подобрал, хорошо. Ну то, что из них понавыпадало. Это пустой, который. Баррет надо зарядить. Блин, надо бы найти ящик. Потому что без Баррета было бы фигово, например. Да свали ты от меня уже, свиномордый. Сколько таких этажей будет? Признавайтесь сразу. Ну, по игровой логике 3. То есть сейчас будет еще третий этаж с файтом. Не? Да пасть завали, блин.
notice the other three would bear down on. The end approaches, but first, a last surprise. Непонятно, убил кого-то, не убил. У меня нет второй пушки, вот в чем проблема. Меня тут заперли. Сколько же ты триндишь? Сколько же ты триндишь? Это просто... Что мне тут надо? Плазменного оружия у меня нету. Это бесит. Я понимаю, что это ребенок этого... Что вы от меня хотите? Что, блин? Блин, это просто психическая атака, серьезно. Даже не на нашего персонажа, на меня лично. Или выпустите меня отсюда, или дайте мне с кем-то сразиться. Это какой-то бред. Подождите, ребят. Я закрутил игру, и у меня просто при... Тогда я переключусь. Камера, что с тобой? Да ладно. Так, ладно, я понял более-менее, что делать. Давайте не без катсцены, пожалуйста. Видимо, когда я первый раз сюда закидывал... Да успокойся ты. Я сам себя взорвал. Бред какой-то, вот то, что приходится переключаться между двойкой и единицей. Да ну блин, у меня нету столько пальцев, вы понимаете это или нет? Чё за бред-то? Я хочу переключиться обратно на единицу.
Да я... О, как это бесит. Ага. Ну иди сюда, куда ты спрятался-то? Легкая добыча, иди сюда. На! Все? Мы в расчете? Легкая добыча. Короче, я, наверное, там немножечко вырезал, скорее всего, из всего того брождения, которое было очень глупое. Там скрипт просто сбился и... У меня, кстати, патроны заканчиваются. Круто. Мне зарядиться дадите-то хоть, нет? Ладно, потом... Видимо, просто сбился скрипт, и ничего не происходило. Я этот датчик никак не мог найти. Короче, ну его нафиг. Этот чувак, он тоже, но он же несложный. Иди в жопу, шавуха, блин, с такими сюрпризами, как у тебя. Нет, две обоймы буквально. Я получаю ответ на Echo 216. Он прямо над нами. Зря я без патронов туда иду. О, патроны. Ну дайте же зарядиться. Ну чё вы изверги такие? Подожди, чувак. Прям не до тебя сейчас. Это не заряжает Барретт. Блин, наверное, Барретт надо менять. Хорошая штука, но я его не брал всю игру именно потому, что я знал, что у меня закончатся у него патроны, и это будет задница. Возьму вот это. Это. Да-да-да. Microgravity wells are putting enormous stress on his body. I told you that I would not kill him. Leave me. Run! We'll get you out of here. No. You will try. Chief, he's here. Да дайте мне уже убить шавуху наконец-то. This was never a trap. Get him out of there. Bear witness. Our story will become legend, told by those that survive you. Сейчас посмотришь. Жизни у него, конечно, просто слоновое количество. А чё ты сюда топаешь? Ой, там можно послушать. Где он? Тебя подзаряжает, что ли? The machine is connected.
connected to Esherim's shield. Any damage you inflict on Esherim is transferred to Echo 216. The power's transmitted via a series of relays around the room. Let's see if I can... Got it. Relays exposed. Destroy it. Yeah. Relays down, and so's his shield. Понял. На, чувак, держи. На, держи. Мне грен не осталось? Конечно, не осталось. Откуда у меня грены? Откуда у меня грены, да? Ясно, второй реле давай. Смешно, да-да. Эшерим шилд реактивирован. Expose the relay. Got it. Go. Где? Минус. The shield's down. Now's your chance. Где ты? Да иди сюда, блин, стекло! Было неплохо. Блин, надо поменять пушку. Я увидел кое-что получше. Да хорош пердеть в меня этой фигнёй! Блин, подходить к нему не очень хорошая идея так-то. А не двигайся, а ты-то фигли двигаешься. Еще два реле будет, да? Я смотрю по этим. О! Привет, чувак. Поговорим? Давай, реле. Next relay is exposed. Take it out. Понял. Я неудачно выбрал. And it's down. You know what to do. Иди сюда. Я что, промазал? Ах ты ж тварь! Он взял и увернулся. Последнее реле. Давай! Открывай! That's it. Last relay destroyed. Echo 216 is safe, Chief. Esherim wants you to prove your legend. Time to prove it. Блин, откуда? Только не сначала. Я уперся спиной. Final relay is exposed. Destroy it. Все, 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 я понял, я понял. That's it. Last relay destroyed. Echo 216 is safe, Chief. Esherim wants you to prove your legend. Time to prove it. Да я уже выкинул эту штуку. Короче, это плохая идея. Да иди ты нафиг! Не, пулемет брать нельзя. Пулемет вообще не... Вот, по крайней мере, на этой стадии битвы пулемет вообще не вариант. Я с ним становлюсь слишком медленным.
гранатами. А, нет, у меня есть грены. Валим, 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 валим. Ходу, ходу, ходу. Wants you to prove your legend? Time to prove it. Crush you first! Я улетел! Я улетел от тебя, тварь! Final relay is exposed. Destroy it. Я не на это хотел поменять, я хотел на вот это поменять. Смешно, смешно. Да я жу, блин, вот это бесит на самом деле. Не-не-не, не, я нифига не дай, ты дай. Да едь ты, блин, уже! Почему оно не берется? Так, блин, бешеная мартышка. Я понял. Не надо поменять вторую бесполезную пушку. Все, до свидания, шабуха. Все-таки меня пулемет именно выручил. Фух, да погоди ты. На тебе контрольный. Еще один. Просто убедиться. Так, этот молоток идет к черту. Как я тебе помогу-то? Я не зря два раза тебе в голову выстрелил, ты урода кусок. Да блин, шавуха, иди нафиг уже. Нет! Нет! Well. Ты просто тряпка! Какой. Я к нему не проявлял уважение. Yes. Нет, он был рехнувшимся придурком. Questioning his choices. So is it over?
Their leader's dead, right? The intricacies of any action are complex. Там еще щекастая это была, если вы помните. What are you talking about? There will be consequences. There always are. What could be worse? We need to move. The Harbinger's at the auditorium. Whatever she's planning... It's worse. I get it. Okay then. I have one question before we leave. What is it? Has anyone seen a pelican? Ow! What? What? I'm just... I had a lot going on. I was busy. Чувак был занят. Are you ready? It's about to get rough. They're waiting for us. I think they're all waiting for us. Did you feel that? It's not too late to turn around. Chief? Something feels... Auditorium. Oh no. What is it? What's wrong? I should have realized that's not what it was called. I've been here before. This is where I locked her down. This is where Cortana died. What do we call her? Да? You sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Pull back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Try not to die. You hear me? Не-не-не-не-не! В это в убежище. Спасибо. На самом деле очень самонадеянно с моей стороны было. А это еще не все. You sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Hold back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Да хорош меня тут заливать, стоит впритык. Пью-пью-пью-пью-пью. Блин, я только переключился на мэчок, у нас сразу было. Что так сложно-то? You sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Pull back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Try not to die. You hear me? Все, успокоились? Нет, там еще один, я вижу, да. Мне бы какую-то вторую пушку нормальную. Да хорош насаться, блин! Ушлепок! Yeah.
Да елки-палки, убегает. О, почувствуй мою ярость. Да иди ты нафиг, чувак. Это или ты в самом деле просто... Да ешь ты, матрешь ты. Он меня сейчас убьет. Да. На самом деле, вот это расположение на клавиатуре немножко бесит, потому что 1-2 это смена крюка и радара, Q это запуск, и очень часто можно просто перепутать. Так. You sure you're okay down there? Want me to wait? Negative. Pull back. We'll be in touch. You got it. I'll be waiting for the call. Try not to die. You hear me? Это чувак со щитом бесячий. Его там специально поставили. Да успокойся ты, я разговариваю с людьми. Ёлки-палки, его там специально поставили, потому что он бесячий. Все остальные, заметьте, там дальше элиты стоят и всякое такое. Все это без щита. Фига себе. Да успокойся ты. Все. Они с пулеметами, что ли? Что ты сделал? Я жалею, что я выкинул этот... снайперку. Ну, блин! Вот этот чувак бесячий, просто реально. Да нафиг. О, грены. У меня грены были. Откуда? Сначала, да? И если сначала, просто идите к черту. Нет, не сначала, ладно. Мне вон та турель нужна. Сфигли ты тут стоял-то? Вали отсюда к черту. Ой,
не могу так низко стрелять. Там еще какое-то говно бегает, погоди. До свидания. А, тут есть вторая турель. Да-да-да. Откуда? Кто еще остался? Вот этот бой бесячий. Те были легкие, такие приятные. Этот бой прям бесячий. Я не знаю. Так, это я подобрал. Вот этот, вот эта штука мне не нужна. Я, наверное, возьму вот эту, что ли. Пусть что-то будет на замену. Ладно, хоть турельками воспользовались. Дробаши. Я вот серьезно, уже почти всю игру прошел, и тут... Я же говорю, там еще щекастая. Тут я заметил, что элиты идут и меняют себе оружие, когда у них заканчивается... Что меня убило-то? Чё меня убило-то? Серьезно? Какие-то хрюки бронированные. Это снайпа. Дай сюда. Хоть и не полная, но я заберу. Он напуган, сказал чувак и сдох. Нормально. Найдите безмолвный лекторий. Я вообще начинал эту серию с полной уверенностью, что это будет последняя серия, но, видимо, нет. Знаете что, ребят, я просто опять боюсь, что у нас будет по времени перебор, поэтому давайте тут заканчивать, продолжим в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек и всем покеда.